Так, ну вспоминай, в этом кабаке ты вчера бухал? Вроде да. Хорошо. Вот тут раз. Добрый вечер. Вот тут я сидел. Так, сидел и... В руках у меня что-то было. Так, что было в руках? Конкретно вспоминаем. Бокал с вискарем, 12-летним. Не вру, 18-летним. Так, кабан, может, у тебя просто в руках коньяк был? Ну как просто коньяк? Ты ж сам хочешь восстановить всю картинку. Дайте ему вискаря там, 18-летнего этого. Дорогенного вашего. Ага. Так. Вспомнил? Не. Начинаю вспоминать. Так, хорошо. Потом заказал мясную нарезку. Заказал мясную нарезку. И самую дорогую водку, что здесь была. Так, кабан, ты не наглей. У нас все-таки бюджет не резиновый. Ну ладно, обычная водка тоже подойдет. Дайте ему водки обычные. 300 грамм. 300. Пожалуйста. Ого. А потом вот так вот официантка у меня присела на коленку. Девушка, присядьте ему на коленку. Это следственный эксперимент. Ну. Так, присела и... Да, вот так вот я ее держал. Девушка, потерпите, а. Вот так сидел. Так, и... И зашел мусор. Зашел мусор. Кто? Милиционер. Милиционер. Скучно сидим. Сейчас будешь моего пекаря по бутылкам пострелять. О! Вот точно так же ты вчера сказал, а потом пошел, спрятал пистолет в водосточную трубу и убежал. О! Нашелся все-таки пистолет. Ты молодчага. Дай я Вику позову. Это моя тёлка. Я понял. Ладно, пойду я заберу свой пистолет, когда меня с работы выгонят. Ой, слушай, кабан, а давай еще мою ксиву мусорскую найдем. Чего? Ну, милицейское удостоверение. О, братан, это совсем другой следственный эксперимент. Принеси еще 300. Так, записываю. Короче, да. Я сижу здесь.